Так, у нас всегда на обзоре Тимур на всех распаковках. Ну а сегодня Тимур в школе и на продленке, так что у нас сегодня Юлечка будет обозревать вот эту... Посылку со Спортсдиректа. Yes. Давай Let's go. Посмотрим. Угу. Что, это не тебе посылка? Что он уже смотрит? Что там? Юля решила сделать подарочек и прикупилась. Ну, это не себе. У меня там одна вещь. Все остальное твое это. Ну да, подарочки мужу тоже нужно делать, правильно? Да, да. Так, Пума, твои. Вот такие. Борзенькие Пума, да? Ну, кстати, они легкие, очень легкие. Даже не думала, что они будут эти легкие. Ну, переверни коробочку, посмотрите. Там дальше детали. Наоборот, переверни. А, ничего нет, да? Вот хорошенькие размер. Такие waterproof кроссовочки ботиночного типа такого. Да. Куртофанчик. Юля себе взяла куртофанчик. Главное, чтобы подошел. Вот это самое главное. Ну, давай сейчас приоденешь. Вот даже на вешалке. Нет, сразу на вешалке. Ходит, прикинь, первый раз на вешалке приходит. Так, и тут у тебя еще два ватника. А? Тепленькие. И сзади. Прикольный, прикольный, с тигром. А что это за фирма? Так, это что у нас? Вот Джек энд Джонс. Я понял. Смотри, 9 фунтов. Неплохая цена, да? А второй вот 15 фунтов. Сколько он стоил? 50. А, это неправда. Мне кажется, они там завышают цену. И специально делают вот, вот такое так. Вот. И сзади нет не, ничего? Не, обычно. А. Этот потеплее будет, да? Теплый. И тот теплый, но они на флисе. Угу. Окей. Так что вот так. Такие у нас покупочки. Ну давай оденешь курточку. Посмотрим на тебя в курточке. Давай. Не, ну за вешалку отдельный бонус, Molson Mask. Thank you very дякую. Так. А ну повернись. Ну ничего так, ничего так. И что, теплая она? Ну да, да, теплая, мне уже жарко. Уже жарко, да? Ага. Ну раздевайся тогда.